Японские. Ладно, полетели, ребят, полетели. Завтра с Игорьком будем. Надо на победку, ребята, на победку. Ну хоть разок-то затащить-то надо, ё-моё. Правда ведь? Надо, но не сегодня, судя по всему. Я, наверное, в липовку. То есть, как только мне дадут катапультироваться, я катапультируюсь и в липовку. Желающих очень много, кстати, туда. И один меня уже опережает, как я вижу. Там слева ангары были красивые, но туда тоже наверняка попадают люди. Он летит. Но он, кажется, чуть дальше летит. Давай снижаться. Агрессивнее, агрессивнее, агрессивнее. Ну чего, кто еще? Раз, два в липовке. Двое в липовке. Причем один влево уходит, другой в город ушел. Причем начинает с домов с... Ой, этот успеет. Сейчас будет сразу с одним война. Инфа соточком. Быстрее пушку. О, хорошо, повезло. Сразу М16. Надо форсировать. А вот он. Хорошо, броньку не успел он подобрать. Он зато успел рюкзак взять второй. И ап на пушку. Хорошо. То есть второй остался, да, по сути? Ну я ангар-ангар, а потом, наверное, все-таки в город пойду. Причем в город надо идти, наверное, целенаправленно его убивать. Потому что я подсмотрел, что он там. Уровень 3, у меня эквип неплохой со стартом. На нежданчика можно сыграть. Он, конечно, тоже мог меня заметить. Скорее всего, заметил. Так, значит, он был вот в... Где-то вот в этом районе, да, Липовки. Сел он. Патроны есть. Слишком агрессивно, мне кажется, я иду. Я не вижу открытые двери. А вон он. Спрятался. Убит. Конечно, намазал, но ладно. Он еще менее внимательным был. Гренку. Какую гренку? У меня гренки нет. Такие, блин, капец. Ребята, молодцы. Тогда лучше увеличен магазин на АК. Так, теперь город мой получается, да? Может, 2 М16 лучше, а? Не, не надо. Одной эмочки хватит. Вообще лучше заменить. Так, лутаю спокойно. Помни, что здесь гарантированная тачка на выезде есть. Ну, как спокойно? Ты просто... Так, а 5.50, да? Может, дробаш взять, а? Реально, давай лучше дробаш возьмем. Чем там второй пулемет, непонятно зачем, который явно проигрывает 16. Все, сейчас задача как можно быстрее зачистить. Собрать нужный эквип. Учитывая, надо будет патроны выкинуть. Ты стреляешь, стой на месте. Да-да-да, мне уже говорили. Мне уже сообщили.
Там дистанция была такая, что это не нужно делать было, на мой взгляд, вообще. Там нужно было позицию менять для того, чтобы смотреть. Ну, то есть, там балки еще мешали. Еще что-то было. Что там нельзя было просто стоять и стрелять, потому что там двигается тоже. Так, красный коллиматор берем. Ну, конечно, для эмки нужно. И стабилизатор нужен, и скоуп желательно. Так, это какой? Второй, да? У меня тоже второй. Но здесь могут быть враги. Они в любом случае могут подъехать. Просто вероятность этого события не такая высокая. Багги ориентировочно там стоит. Липовку обдираем. В доме удобнее от первого лица бродить. Ну, не всегда. Я пробовал и так. Мне как-то больше прижилось именно вот от третьего все-таки. Так. А, тут нет этого, да? Я даже не заморачиваюсь в плане закрытия дверей в сильном. Так, эти патроны 5,56, все правильно. Зелененькие, короче, собираем. Болеутоляющее средство. Тоже очень полезные вещи, особенно в лейте на прорыв. Гренку одну возьмем. Шлемак Т1. Первый стрим по игре. Ну, там же в заголовке часть 3 написан. Так что да, я думаю, это первый стрим. Первый раз я вообще играл. Ну вообще играл. Хотя результаты по сухих цифрах были лучше, конечно. Так, в принципе, можно... Не, маловато будет. Круг уже есть, и он уже сужается, кстати. Да, но первый соло-стрим. Это да. Жилет какой? Первый. Я тут третий, так что... Не, надо сейчас этот дом и все и валить. Не надо... Жалко, что я модов не нашел. Скорее всего, даже не увидел. Да, плащ просто по фану. Но на самом деле, если цвет будет совпадать с цветом... Багги, кажется, слева стояла, да? Но была не стопроцентная, а вот какая стопроцентная? Кажется, вот здесь вот она. Ладно, поехали вдоль дороги. Опять ты рискуешь. Ой, какой круг! Какой круг! Господи! Круг на базе. И значительная часть в воде. Либо приморский на катерах, либо сразу на базу идти. Ё-моё. Опять по полю. Да не, должна быть машина. Здесь... А почему я не заметил-то машинку? Липовки гараж не должна быть, нет. Это тоже не верняк. Тем более возвращаться сейчас, это уже как бы попасть. Хотя я и так попадаю, давайте я лучше апну скорость. Да, что ж ты делаешь? По воде пробегись, там могут быть катера. Вот катера, кстати, да, это может быть, может сработать. Там далеко? Нет, вода близко. Вода близко, может, увидим катер реально. Там уже сужается круг. Черт, что ж я? Так, катера. Пусто. Или там что-то? Нет. Чертов круг, а? Ну все, спринтуем, ребят. Где-то я это уже видел. Угнали тачку, могли. Этот круг слабо дамажит. Да я в курсе, просто не рассчитал опять ее. Надо карту реально перед глазами держать, чтобы таких тем не... О, тачку вижу. Вижу тачку. Все нормально.
Так, а если на тачке у нас есть выбор куда, то, наверное, в Приморск. Как мы летели? Вот так летели. В Приморск это самая-самая жесть. Ну, в смысле, в плане не жесть, а самое-самое легкое, что можно придумать. Плюс там есть корабли. Так, круг меня настиг, но я сейчас быстренько из него выйду. А может и нет. Вообще не факт. А через горы еще идти. Мне через горы забей. Вот тут немножко срезать можешь. Но уже не важно, потому что вот круг тебя давным-давно обогнал. Так, дальше как? Ой, там придется тебя срезать. Придется срезать. Там в конце не поворачивать, короче. А, нет, тихо. Забей. Дамаг действительно не стоит того, чтобы потом бежать пешком. И ловить и плеваться. О, два дерева, я пройду. Изи. Стрельба по мне. Вижу человека. Зачем я лечу в него? Не знаю. Нет, 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 нет. Зачем я лечу? Иди ты нафиг! Пусть тебя поглотит синий кит. О, катер вижу. Мы же сразу на катер. Да. Сразу на катер, поехал. Плыви, дурак! Чего ты в раскорячку-то, Вась? Залезть в лодку. Поехали. Ой, бомбежка еще, господи! Ой, я прям в эпицентре. И стрельба справа. Катер еще один. О, сейчас бомбить будут. А воду тоже бомбят. Ой, там лупят. Короче, я пытаюсь выйти из поля. Бомбежка пошла. Ближе к бережку, чтобы не накрыло. О, грязь. Вышел, да? О! Он реально в рандомных местах бомбит. Опять у меня раскладка переключилась. Ну я в Приморск, ребят. Я в Приморск, ничего не знаю. На военной базе, представляете, какой ад сейчас будет твориться. А, я не могу в Приморск. Мне нужно с южной части военной базы подплывать. То есть мы огибаем остров и снизу как-то там... Господи, такое впервые у меня, что только база. С лодки не выходи. Кстати, это хорошая тема. Мне же не нужно с лодки вообще выходить. Я могу там вот сюда вот там встать и дрейфовать. И высматривать в зуме. Топливо хватит доплыть? Ну, не знаю, да вроде хватает. Если мы отсюда, да, или отсюда, хватит. Караси будут мстить. Да. Вот он, мост, где мы рыбачили. Но тут как бы можно лодку, конечно, сменить. Лодку сменить на лодку. Справа бомбят. Левее бери, Михаил, левее. Еще лодка, еще. Я по краешку, смотрите на карту. Ой, там побежал чувак, смотрите, из лодки побежал. Меня увидел. Надо корпусом прикрываться, наверное. Он стреляет по мне. А корпусом там как бы... Вон он. Сучок! Так, ушел. Фух, а кто это бомбит? Это создатели игры бомбят. Чтобы нам не скучно было, чтобы движуха была. А топлива реально мне не хватит. Особенно если я на дрейф встану, там потом вплавь придется добираться. Ой.
Как не при... Не... Ой, лут! Ладно, нет, 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 сейчас еще в центр базы за лутом бы побежать. Там три десятка человек, которые на базу стягиваются. Главы пока друг друга не перевалят. Нет, нет, ну, во-первых, тут... Вообще нужно было бы взять, конечно, лодку с большим количеством бензина, потому что, ну, увидите, что... Кажется, форсаж требует больше бензина, чем если на то же самое расстояние. То есть это неэкономичный вариант. То есть мы сейчас на половину топлива проплыли вот столько. Кажется, норм страта для топ-10. Да-да-да. Не, ну я с самого вообще из-под тишка выхожу. Чтоб вообще никто не догадался. И скорее всего мне надо сейчас будет даже здесь остановиться, дождаться кругом. Так. Самое высокое место у меня было 99-е. Так, вижу лодку. Круг смыкается. Заставляя всех уже покинуть значительную часть карты и сосредоточиться. А представляете, какая там жесть была на мосту, например, с этой стороны? Или вот с этой стороны? Там же людей просто пачками должны были стрелять. Это жуть. О, под водой неуязвим. Оп, уязвим. Оп, неуязвим. Уязвим, неуязвим. Я не хочу уже шуметь сейчас, заводить лодку. Хорошо, хорошо сидим. Ну там такая жесть на Military Base будет вообще. То есть там там эквип, а самая большая зона с высокого уровнем оборудованием. То есть там все будут до зубов вооружены. Маленькая очень зона. Откинься, позагорай. Да. С места стрелка можешь, кстати. Я могу перезарядить с места стрелка. А что, у меня икса нет? Только калима... Так, и что за зона? На пляжу? Или в центре базы? Сейчас посмотрим в следующем. Опа! Опа! Интригует. Так, я, наверное, сразу попробую занять... Здание справа, вот эти вот, пока не поздно, с угла. Это, конечно, рискованно, потому что, может, кто-то уже занял. Поехали. Блин, рискованно, конечно. Сюда вот. Машина. Только, Михаил, прошу тебя бачком. Тут бачком вообще никак. Дома там неплохие, второй этаж. Кондиционер. А лодка не тихая. Вообще нисколько не тихая. Так, авторежим тоже переключаю, хватит. Дверь закрыта. Машины рядом не вижу. Дропчик идет. Надо засесть в одном из этих домов. Так, захожу с дробашом. О, тут не лутан. Сайга. Меняю сайгу. Под сайгу, мне кажется, что-то было, да. Забираемся наверх. Слышим стрельбу.
жесть, тут домам перегораживают этим. Но с другой стороны, если кто-то пойдет, то он, скорее всего, в ближние дома пойдет. Да, и тут нормально все. С перегораживанием. Жесть, ребята. Сейчас посмотрим. Так, слушай дверь. Смотри врагов. На N. Стрельба. Ну, на N там жесть, да. Продолжается. Да, аптечки мне еще нет. Это прям провал. Пока не поздно, можно в соседний дом сходить. В надежде на... Я понимаю, что это рискованно. Тем более, тут, кажется, уже лутали. Да, тут уже лутали. Скорее всего. Нет. Цевьё. Жилет второй. Так, там зона сошлась. Ой, все. Ой, все. Ну все, сидеть не получится. Я пока не поздно проверю последнее здание. Так, как они будут идти? Блин, вообще по-всякому. Опа. Бак. Так, ну смотри, где горка? Непонятно, где горка. Давай-ка пока немножко вдоль. Посмотрим, как там дорога откроется, не откроется. Идти достаточно далеко. Капец. Ну вот здесь с горы, может быть, нормально спускаться будет. Двадцать секунд. Надо пешкарусом медленно спускаться. Камень вижу, кажется, в зоне. Пара домов. Блин, не хочу я раньше времени спускаться. Может, более утоляющую взять? Хряпнуть. Тут вообще капец, чистое поле. Энергетик давай. Зона сужается. Я пробую добежать до камня, проверяя, это кавер, не кавер, это не кавер. Твою налево. Деревья далеко, то дерево самое близкое. Стрельба на НВ. Слева и справа. С горы под гору там сражаются. Справа еще. Да, у тебя зума нет. Че ты целишься, дебил? Сзади кто-нибудь подходит. Так. Я вроде в зоне. А! Понятно. Короче, левый... левого края держаться, под горку пойти. Справа стрельба. В доме может кто-то быть. Может, дом пока не поздно. Не, надо товарища слева снимать.
Он достаточно близком. Вон он. Да, это отлично близко. Он до дома пробежал сразу же. Короче, можно, надо бежать тогда вот так. Да, в его сторону, но... Ой, там двое. Одного... Он под деревом сидел, кровь была. Его убили. Я бегу как раз туда. Так, давай-ка... Более утоляющий, попробуем его в спину выйти. Сколько у нас? Минуты, да? Он там, точно. Бежать дофига. Там вышка еще. Или доползти все-таки. Он не знает, что я здесь. Окон здесь нормальных нет. Слышу. Это не по мне вроде. Вот он. Надо стрелять. Убил. Вот это было грамотно. Это было хорошо. 20 секунд. Лутать, не лутать. Это очень опасно, Миш. О, аптечка хотя бы. Мала аптечка, прицел X4. Шлем. Поехал. Дом не в зоне. Этот тоже не в зоне. Твою налево. А кто в зоне-то? Вообще не в зоне, ничего нет. Вообще капец, голяк. Нет, я тут как бы в зоне. За этим зданием. Если за это здание встану, ложись тогда. Нет, ты все равно не в зоне. Короче, ложись и молись. Тебе некуда сбежать. Вон, видишь чувака? Он лег. Ты лег. Возьми зум. И по голове четенько. Хорош. Красавчик. Че-то было грамотно. Он тебя не видел, время было на подготовку. Ты взял, все правильно сделал. Ну дальше жесть. Надо в сторону. Как классно скоп поставил, да? Ну тут мне делать нечего. А четверо в живых всего? Да вы что? Ползком успею, 40 секунд. Вдоль бетонки, в принципе, и ползком можно. Слева никого. Они, скорее всего, в правой части все. Если я вдоль забора пробегу вот до той будки, то может быть норм. 30 секунд сужения игровой области. Ну, какое напряжение. Из-за этой сетки я точно тут никого не найду. Не увижу. 16. Прямо есть кто? Нет. Ползи, осматривайся. Пошло ограничение. Сейчас пойдет ограничение. Мне немного доползти надо. Реально немного, и отсюда меня никто не видит. Слева вряд ли люди, там открытое пространство. Здесь я могу спалиться. Так, стрельба на Е. Трое осталось. Так, я в зоне. Я в зоне. Круг. Круг вообще жесткий. Вдоль забора мне надо ползти, короче. Я могу еще продержаться. Они очень близко же. Все очень близко. Есть еще полеутоляющие? Нет.
Так, 50 секунд. Слева. Стрельба. За деревом. Он меня не видит, он стреляет по-другому. Голова. Убил. Yes! Победа! Победа! Топ-1! Топ-1! И главное, 5 убийств. Моя первая победа. Как она сладка! Как она сладка! Да, да. Ой, начало положено. Ой, а какая тактика? Того, дождались. Вышли, подождали, попреследовали, постреляли. Второго, голова, переключились до этого на зум, чтобы прям точно в голову. Потом тык-тык-тык, ползком, ползком, чтоб не спалил там правый. Оказывается, слева товарищ был, надо было его заметить раньше. А, блин, yes, первая победа. Ой, классно, пацаны. Да, это был просто стелс от бобра. И заехал прям с тыла вообще. Ой. Давай сейчас посмотрим клипчик сразу. Горилла хорошая страта, да? А это прям такой собранный. А что это такой темный? А, усиление там. Тут можно аркадно сыграть. В Ясную Поляну не хочется, конечно, лезть. Можно куда-нибудь типа в... В сторону стрельбища на Северный. Или Жоржополь. Или опять в школу. Давай в школу. Давай в школу, давай в школу. Поехали. Не вижу я, правда. А, вон, далековато. Жоржополь. Да нет, уже все. Там просто никого не будет в Жоржополе. И это, конечно, с одной стороны, хороший плюс. Там, если ты знаешь, что там точно машина, что там маловероятно, что кто-то будет, это колоссальный плюс. Но это не так весело. Мне бы реально пострелять. Ёпарасоте! Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как минимум человек. Ой, трое в школе. Где там пушки? Пушки тебе не достанутся, Михаил. Видишь пушки, а их нет. Они уже у врагов. Предлагаю прыгать. И на первый этаж лутать. По фасту, пока тебя тут... Пусть они сверху пока собирают и друг с дружки стреляются. Ты, по крайней мере, сможешь... Хоть что-то найти. Вон они стреляются. Слышно как. Я пока... Ой, больку забыл. Может быть и не стоит вот прямо сейчас тратить на это время. Может стоит сперва брать пушку, а потом... Ну и как бы от этого плясать. Что на... С одной стороны энергетики и всякая лабуда, аптечки нужны, но... Если тебе сейчас... Поймает какой-то упырь. Это вполне вероятно. Ну да, 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 да. Попробуй не сигануть. Ну, я неправильно сделал, что на второй этаж полез. Я неправильно сделал, что... Ну, в принципе... Потому что второй этаж ближе к крыше. Ну, на него как раз прыгают люди. Из люка. И все. И ваншот. Да, я видел пушку, но я понимал, что я не успею взять и пушку, и патроны, и думал выпрыгнуть в окно, но нет. Зато поутался. Нет, нет, не успел. Надо было по первому этажу пробегать. Говоришь, пострелять хотелось? Ну да, видишь, постреляли. Я же не говорил, кому пострелять. Монг 1985 говорит, наконец-то я понял, где смотреть стримы Майкера, когда он не выкладывает видео на YouTube. Ты с ума сошел. Ты что, первый раз на Джуджейме? Добро пожаловать. У нас тут прямой эфир. А я тебе говорил, что... Ой, я тебе говорил. На-на-на. Не сыпьте соль на рану.
Я сам это себе говорил. Что ж ты-то мне рассказываешь, блин? Гоу, жержопль. Жержопль. О, пулемет. Джейми говорит. Ну, явно молодой. Не застал Кроун, не застал старый белый сайт. Не знаешь, что такое Джейм. Не знаешь, что такое Джогидж. Очень молодой. Давай. Ну что, вы готовы к крови? Работаем. Всех убью, один останусь. Давай топ один еще раз. Да это слишком как-то просто. Надо сейфово играть. Я пекарь, но теперь пека стала белой не очень. Непонятно. Так, в общем, летим куда? Летим мы с вами. Опять через школу. Северный, ясный. Может, вражок? Вражок очевидно. Сюда вот можно слетать, там классные ангары, достаточно далеко от большинства. Надо как-то учитывать серию факторов, типа чтобы место было и сравнительно безопасным, и недалеко от центра, и максимально удаленным от дропа, и надо запомнить было, как летит. Вот так летел. Так, я вижу там раз, два, три, четыре, пять ангаров плюс домик. Очень и любопытное место, конечно. Там такой кратер, и сверху из дома можно постреливать им. Поблизости не вижу я упырей. Но есть тут парочка. Не факт, что они туда же. Хотя похоже, что туда же. Да, не туда же. Я первее буду. Раз, два, три. Три врага. Блин, а я не могу не долететь. Мне придется через сетку выделывать кренделя. А если я сейчас заверну резко? Нет, плохая идея. Ой, они первее даже. Да как так-то? А, я понял. Я неправильно. Твою мать. Сюда я не пойду, туда пойду. Кажется, я не далеко не предельную скорость. Я затормозил потом. Да нет! Ну идите вы нафиг! Все, сейчас я выхожу без оружия. Чувака, который с ангара. Гага, поиграли. И тут не зайти. Ой, рискуем. Так, хотя бы УЗИ. Я очень медленно снижался. Надо было там до 60 скорость. Эмочка. Ну, эп! Сейчас аккуратно. Они повсюду. Слева прямо по курсу. Все полутано. Там что-то есть. Кажется, противогаз какой-то. Не, бронька. Какая бронька? Вторая. Ухожу сюда.
Наверное, надо в сторону. Ну там в доме точно. А вон он. Не знаю, где он. Вон он. Я увидел его. Ну, в том ангаре. То есть, скорее всего, он будет выходить вот отсюда. Заходить в этот, во второй ангар. Оттуда выходить. Тут кавров нет. Короче, уходим, Михаил. Да блин, как бесит эти. Так что по зоне? Я в зоне. Оттуда никак не уйти по-другому. То есть тут один выход. Чисто в теории можно делать засады. На практике это, конечно, прохладно, полчаса ждать. Особенно без прицела. Так, хорошо. Справа по курсу 4 дома. ЛТС. Да, надо забить. Там не только он, там можно, конечно, было дождаться, когда один другого убьет и попытаться. Вижу баги. Вижу баги. Можно до Липовки быстро доехать. Липовка в зоне и Липовка халявная. Потому что летели мы таким образом, что до Липовки не долетали, кажется. Что я предлагаю на баги и в Липовку. Поехали. Так. Очень быстро, кстати, тут друг друга люди убивают. Уже 55 человек осталось. Не, а с эквипом беда. Как бы, как вы понимаете. Ой, что? Конечно, Steam. Ничего нет, ни аптечек, ни модов, ничего. Готово. Здесь маловероятно, что кто-то был. Так, хорошо. А, у меня М16 даже. А не 16-4. А. Это прекрасно. Мне показалось ли там был звук как машины. Что-то подозрительно мало. А может здесь уже кто-то и был. Очень мало всего внутри. В этом ангаре было. Черный плащ. Третий рюкзак. Да, точно здесь никого не было. Кто ж станет третий рюкзак на такой стадии? Выбрасывать. Не-не-не, не по лутанам. Маловероятно, что по лутанам. Так, запомнили, что этот стоит рядом с ангаром. Двери с этой стороны закрыты. И я еще в зоне. Вообще класс. Но сюда могут на машинках подтягиваться, друзья. Мне, кстати, в принципе-то не нужна, получается, эта... Мне не нужна машина особо. Из-за того, что, скорее всего, все будет в зоне. Опа! А вот этого не бывает. Тут кто-то был. Тут 100% кто-то был.
Да. Я не один здесь. Дверь открыта слева. Дверь открыта справа. Я понаблюдаем. Да, я теряю время. Что же наставил-то рюкзак, ты тетришный? Да, на машине приехал. Сейчас увидел машинку его. Вообще идти вот таким вот образом за ним, это посос. Это посос. Держаться стенки и вокруг липовки обходить. Периодически выглядываем. И прислушиваясь. Самому, естественно, тоже стараться не терять время, потому что, ну... Блин. Мне саги не хватает. Шлемак Т3. Но он лутает другую часть города. Я допускаю, что мы сейчас встретиться можем в любой момент. Но судя по дропу, здесь его не было. Что кто будет оставлять? Так, Скар. Ну, я не буду Скар уже менять, естественно. Я тоже наследил, на самом деле, понаставлял тут сигналов. По своим присутствиям. Так, липка не в РНЖ. Ай, твою налево. И вот, может быть, он уже закругляться сейчас будет. Вариант первый – идти в сторону машины, его и своей. Его я могу увидеть, как он уезжает, или подстрелить его в этот момент. Ну и своей, чтобы иметь возможность быстро улепетать. Сейчас мы посмотрим, стоит машина или нет. В принципе, можно подождать 2 минуты, что он может вернуться. Есть, машина стоит. Сзади он не может подойти, то есть у меня... Тут неплохая позиция. Единственное, опять же, мода никакого нет. Отталкиваемся от того, что он будет покидать город на том же самом транспортном средстве, на котором приехал.
Если нет, я его сам могу использовать. Или перейти к своему. Для меня это возможность. Получить все то, что он сейчас понасобирал в городе. Сравнительно простым способом. Стрельба на В. Да нет, я не буду лутаться, естественно. Тут поблизости нет ничего. Все дома облутаны. Он может не использовать, естественно, эту тачку, я понимаю. Прекрасно. Так, минута. Да, если его не дисконнектнул, если его не убил там товарищ. Ну, дисков я тут вообще, мне ни разу дисков не было. Был лаг сервера всего, типа баг точнее, что все. Двери закрой. Нет, это уже палево. Это с внешней стороны двери. Ну, то есть они на меня все равно выходят. МК специально стоит на одиночных. Тут дистанция такая, что и никакого никаких модов нет у нее. Только вот он. Сучок. Так, он уходит направо. Он идет. Он видит, что я ухожу. Сейчас за мной пойдет. Вижу его. Может, сюрприз ему сделать? Он же сейчас не видит меня, правильно? Сучок! Блин, ты прям большая аптечка, малая аптечка. Прицел X4. Учитесь, ребята. Ой, у меня прям сердечко тук-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 тук. Хорошо, я его хорошо. Пламегаситель, хорошо. Вертикальное цевье, сразу моды, энергетики, аптечки. Как прочитал, а? Узнал, что чувак здесь, увидел, что ничего сделать не можешь. Так, девятки, семерки убирай. Пятерки бери. Он прям жирный-прижирный. Так, надо бежать уже. Поехали. Да, синий уже идет. Ну, сейчас на машинке. Фух, ребята, это было классно. Главная его ошибка была в том, что он решил остановиться. Но его можно понять, потому что он же это самое. Он же фуловый, он все время лутал. И от синего, смотрите, по красоте уходим. Вот он синий, и вот он я. Ой, вот это молодец. Это очень важный килл. То есть это килл, который тебе просто X2 оборудование дает. X2, Михаил. Так, аккуратненько только уходишь тут. До краешку. СКС у него не снял. Да, я торопился очень сильно. Я там и патроны не все у него залутал. СКС данные было брать, конечно. Учитывая наличие зума, это правильная тема. Ну, я, видите, дурачок. Еще не успеваю. Плюс эмоции, обрадовался. Должны быть стандартные вообще вещи. То есть ты там человека убил. Планово, можно сказать, да? Взял все, что нужно, спокойно. Так, энергетика один. Но я получил моды, я получил патроны, аптечку. Следующая зона. Ой, как у нас. Там на самом деле домов-то особо нет. То есть, оп, справа. НВ. Так, если что, машинка есть. То есть я могу тут похулиганить. Нужно скорее сюда. Хотя могут оттуда выбегать. Это же первый синий. Это же первый синий. Так, патронов дофига.
дофига. Бронька вторая, шлемак третий. Минута 30, да? Тут лучше половину пути на машине пройти будет. То есть, блин, опять стрельба. Мешают елки. Я слышу, но не вижу. Там, видимо, из домов по полю по кому-то стреляют. Машина справа шумит. 9-миллиметровый, да. Лишний, конечно. Пора, видимо, по коням. Ну, хотя... Из домов могут повыходить вот прямо сейчас. Если у них машины нет, они должны были бежать уже. Ограничение идет полуминутное. Я там никого не вижу. Ладно, поконим. Так, наша цель касательная, вот сюда вот, наверное, да? То есть мы едем, нет, мы едем куда-нибудь сюда, но типа... Ой, от границы подальше, от границы подальше. Не, не так далеко. Все нормально. Мы сейчас проезжаем мимо места, где дропнулись. По горам, конечно. Хотя по горам даже удобнее ездить. Меньше вероятность перевернуться, чем на... Ой, машинка. Брошенная. То есть чувак побежал отсюда пешком. Побежал он, скорее всего, в сторону... Еще одна машина. Врезавшаяся в столб. Так, я еле-еле ухожу от синего. Еду по своему маркеру. Вижу еще одну машину. Справа стрельба. Но там закрывают уже людей. Надо сейчас ближайшую остановку найти. Вышка. Нормально. В рендже она. Не, не в рендже. Будка. Будка тоже не в рендже. Черт, съезжать что ли? Бросай тачку. Сбегай. Я понимаю, что немножко заденет, но лучше поменьше шуметь. Теперь смотри внимательно. Ёпарасоте. Во-первых, справа была стрельба. Прям по курсу была стрельба. Очень далеко. Наверное, надо как-то все-таки... Не, надо бежать. Потому что за машиной возвращаться стрёмно. Блин, тут вообще стрём. Стрём, 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 стрём. Опа, справа стреляет. Капец, какие же они дикие. Их же тоже накроют скоро. Машины вижу на поломанные, скорее всего. Дом прям по курсу. Пять оттуда же. Так, жри. Энергетики. Готовься бежать. Может, это не по мне было? Похоже, это не по мне. Поехали. Или мне очень машина пригодилась бы сейчас. Оставляем стрельбу за спиной, но это... О, сейчас я начусь в чистом поле, а? Капец. Машины ушатанные. Бежать-то надо прямо. Вижу, бежит еще один товарищ. Стрейфуется.
Не знаю, он меня видит, не видит. Останавливаться, не останавливаться. Нет, пока не надо. Дом. Мне надо прямо бежать. Даже вот сюда, вот, к сожалению. Ёпперсеты. Так, там деревья, хорошо. Камень вижу, низины есть. Стрельба сзади. Надо сейчас будет, как только добежим близко к каверу, остановиться, развернуться и принимать всех тех, кто... Нет, стреляйте до палева. Оп, по мне стреляют, кажись. Стреляют из снайперки. Так, ну я до дерева дошел. Так, принимаем вот отсюда. Пацаны будут точно бежать. Причем там снайпер еще, да? Поближе подбежать надо. Может, вообще на гору, а? Да, давай за камень. Сейчас они тут будут точно бежать. А если я под горой буду, я их не видеть, не буду видеть. Блин, где же они? Прямо по курсу стрельба. Прямо, 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 прямо. Вижу. Убил. Вдоль круга бежим. Альт используй на бас. Малая аптечка, голографический. СКС не буду брать. Теперь в круг. Вижу машину вдалеке. Сколько? Минуты. Блин, капец, близко. Надо переходить на этот. Ой, капец. Как же я тут... Под горой, может? Блин. Так, точно надо смещаться куда-то. Прямо. Сейчас не шумим. Машины. Явно кто-то внутри этих зданий есть. 30 секунд ограничения. Твою налево. Энергетиков нет. Там движуха была. Может, камни? Так, ну мне до того дерева нужно бежать будет. Вот до того большого. Прямо по курсу. Это стрельба. Сжимается круг. Перезаряжаюсь. Ползем. Это не в круге. Дерево. Это дерево не в круге. Что делать? Туда, может, бросок, фигня. Туда тоже. До камня. Вижу камень. Рискованно. Рискованно. Но камень в круге. Пришел. Упал. Блин. Так. У нас осталось 4 человека. Идти надо прямо в круг. Каверов ни хрена нет. Проверь деревья всем. Начиная с ближайших. Вон еще камень. Он в зоне. Что по гренкам? Шумовая. Движение S, камень. Блин, да вы что? S это уже позади. Вот это камень хороший. Так, еще полминуты. Я очень сильно палю сейчас. 3 человека.
То есть двое кроме меня осталось. Я при этом выстрел даже не слышал. 15-10. Блин. Ну, поехали. Слева. Учитывая то, что стрельба, я попробую проскочить. Прям до камня. Я за камнем в зоне. Два человека. Блин, а где его убили-то? Сузилось еще. Двигаться надо прямо. Но если он слева, он должен побежать первее. Сарайчик, да, сарайчик палевный, конечно. Я отсюда не вижу из-за камыша. Нет, он за деревом, кажется, уже. Вот он. Да, ушел. Я его не убил. Вон он. 45 секунд. Попал. 17 секунд. Девять. Я пошел. Я вынужден идти. Он видит меня. Лево или право? Лево или право? Гранаты вижу. Так, моя зона, но толку нет. Есть! Есть! Рашить надо. Конечно, рашить. Yes, yes. Два раза за вечер. Фух, вот это да, вот это хорошо было, хорошо было.